первый кандидат в губернаторы Ивановской области. Временно исполняющий обязанности главы региона Станислав Воскресенский предоставил необходимые документы в областную избирательную комиссию. Перечень внушительный, на 59 страницах. Копии паспорта, документ об образовании, сведения о доходах и недвижимости за рубежом. Теперь кандидат должен заручиться поддержкой депутатов муниципальных образований, собрать 72 подписи. Период выдвижения кандидатур в губернаторы завершится 9 июля, а выборы в нашем регионе пройдут 9 сентября. С 15 июля до 25 июля все кандидаты, которые, соответственно, представят к нам пакет документов, они имеют право представлять вот подписи депутатов муниципальных образований для регистрации. И уже после проверки этих подписей избирательная комиссия области принимает решение зарегистрировать кандидата и включить его в избирательный бюллетень.